Здравствуйте, друзья! С вами Светлана, Герман и наш канал «Украшения и сказки». Напоминаю, что я создаю украшения, переделываю украшения и пишу сказки и истории. И все это я могу сделать для вас. Сейчас перед вами материал, который является продолжением в переделках украшений для Татьяны из Волгограда. Вы видите, что здесь есть, я уже показывала вам в первом фильме, но сегодня, напоминаю, я выбрала из этих материалов следующие. Вот дымчатый кварц на серебряной основе, это все серебряные колечки, вот это тоже серебряная цепочка. Она немножечко порвана здесь, но мы найдем, как ее применить. Значит, вот такая достаточно длинная цепочка с 1, 2, 3, 4, 5, да, с 10 бусинами дымчатого кварца и 2 серьги. Вот так выполнено. Я, конечно, их переделаю, пока я их оставляю в таком виде, в котором они есть. Мне кажется, что они даже выглядят незаконченными вот с этим колечком внизу. Но все это достаточно хорошая бижутерия и очень качественные материалы. Я попытаюсь их объединить вот с этой разорванной нитью кошачьего глаза, которая хорошо, мне кажется, сочетается с этими бусинами. Я напоминаю, что Татьяне нужна средняя длина, то есть длина, которая располагается в средней зоне на грудной клетке. То есть длина 45-50 сантиметров максимум бус должна быть, и средняя их часть должна быть широкая, либо с каким-то кулоном. Здесь я сделаю 2, наверное, ряда или 3, но у нас есть еще и серебряная цепь вот такая. Не думаю, что я ее здесь буду применять, но все-таки она сюда просится, потому что это серебряная основа. Я не буду ее, наверное, прикреплять ни к чему. Она просто может дополнять это украшение как отдельный элемент и усложнять его в средней его части. Что касается вот кошачьего глаза, это рассыпавшаяся нить вот таких бусинок, такие бочонки граненые. Красивые очень бусины. Мне кажется, что они сочетаются, конечно, с дымчатым кварцем. У меня есть еще вот такие бусины дымчатого кварца, вот такие, как пуговки, таблеточки. Я буду ими добавлять это украшение. И, на мой взгляд, здесь немножечко нужно будет разбавить этот цвет, так как он достаточно монотонный, коричневато-бежевый. Мне кажется, что его необходимо будет чем-то разбавить или обогатить. Это может быть что-то либо жемчужное, либо может быть вот такое кристальное. Вот такие бусины у меня есть кристальные, но немного, а так понемножку, да, где-то как-то в качестве разделительных их можно поставить и посмотрим, как это будет. Хотя мне кажется, что здесь уместен будет небольшой галстучек, такой каскад, может быть, вот из этих бусинок, а может быть, я их сочетаю вот с этими. Хотя я не очень люблю украшения галстуки, но здесь, мне кажется, это будет уместно. Тем более средняя часть груди, она у нас будет украшена вот такими висячими, не спадающими нитями небольшими. Ну, посмотрим, как будут складываться материалы между собой. Приступаю. Вот, друзья, что пока у меня получается, работая над этим украшением. Я покажу пока, что получилось, и потом скажу, что меня не удовлетворяет в нем. Я соединила, как вы видите, вот эту цепь с дымчатым кварцем Татьяны, которая у нее была, с серебряными вот этими колечками, прикрепила к коннектору.
И второй ряд сделала из кошачьего глаза, разделив их вот такими кристалликами, немножечко с эффектом АБ. Сделала также я 5 таких дорожек каскадных из добавленных мною дымчатого кварца и Татьяниного кошачьего глаза. И получилось вот такое двойное у меня украшение. Здесь переход от вот этого коннектора и далее к цепочке, к Татьяниной серебряной. Я сделала кошачий глаз, бусину и далее вот эти вот цепочки. Удобны они тем, что можно длину регулировать на любой из колечек, прикрепляя замок. Однако мне что-то не нравится в этом украшении. Что именно не нравится, я знаю. Мне кажется, что вот эти коннекторы, они немного простят его. То есть мне не нравятся вот сами эти коннекторы. Далее, не то, что сами эти коннекторы, а мне не нравится, как они смотрятся в этом именно украшении. Хотя, может быть, кому-то покажется это лишним, мои тут притязания. И думаю, что вот эти бусинки кристальные я могу заменить или могла бы заменить на бусины жемчужные. У меня есть жемчуг. Сейчас я вам его покажу. Сейчас немного установлю камеру. Вот, и покажу вам жемчужинки. Жемчуг вот такой. Он неровненький, но тем не менее такой приятного цвета, который несколько будет сочетаться с кошачьим глазом и с дымчатым кварцем. То есть он не белый, не такой, а именно чуть-чуть с кремовым оттенком, который сюда, мне кажется, очень подойдет. Я разберу это украшение и попробую его немножко переделать. И далее посмотрим, что же у нас получится. Кстати, Татьяне я еще не показывала это украшение и не советовалась с ней. Почему? Потому что я уверена, что она скажет, что ей все нравится. Она человек очень благодарный, Татьяна. И не думаю, что она скажет, что ей что-то не нравится. Поэтому я постараюсь переделать и сделать его максимально лучше. И думаю, что тогда уже никаких претензий, главное, у меня к этому украшению не будет. И уж надеюсь, у Татьяны тоже. И вот что в итоге у нас получилось с применением уже жемчуга. Я переделала это украшение, сняла вот эти коннекторы, которые, как мне кажется, упрощали сильно его, ну, может быть, не сильно, но тем не менее для знающего человека, да, они могли выглядеть простовато. Что касается вот самого колье, сейчас я попытаюсь, у меня просто сломался штатив, и у меня здесь фантазии на тему штатива присутствуют. Поэтому извините за вот то, что я буду немножко поправлять камеру. Итак, значит, я соединила два этих уровня в бусину кошачьего глаза. Здесь верхний, более маленькую, короткую цепь бусин я не стала особо разбирать, потому что здесь все серебряные вот эти детальки, колечки. Добавила сюда жемчуг, вот по краям центрального элемента. А нижнюю нить я переделала, убрала кристаллики. Сейчас напомню вам, какие они были. Так. Вот такие были кристаллики в качестве проставочных бусин. Я заменила их жемчугом,
жемчужными вот такими бусинами. Они в своих переливах, вот я не ошиблась, очень хорошо сочетаются с кошачьим глазом. То есть кошачий глаз здесь настолько перламутром отдает вот именно такого жемчужного цвета, что вот эти бусины со своим оттенком сюда хорошо легли. Центральную часть я оставила, галстук у нас вот такой. Вот. Напоминаю, что я добавила сюда вот такого дымчатого кварца в виде как бы пуговок, да, таких таблеточек. Это родные бусины дымчатого кварца, которые были в изначальном варианте у Татьяны. Также я здесь оставила ее серебряные цепочки, но они длинные и не удовлетворяют тем требованиям, которые Татьяна как бы нам продиктовала здесь. И я поэтому замочек сместила. Я не стала разрывать эту цепь. Во-первых, это не разрываемые цепочки, они все спаянные, вернее, звенья цепи. Не стала я их убирать, просто ну, будет как такой декоративный удлиняющий элемент. Потом всегда можно замочек передвинуть на более такой длинный вариант. И, соответственно, здесь, на этой стороне, его можно закрепить буквально на любом уровне. И, соответственно, две таких симпатичных серебряных цепочки будут свисать сзади на шее и придавать такой пикантности и необычности этому украшению. Как это будет выглядеть на манекене, я сейчас вам покажу, но сережки. Сережки также я сильно переделывать не стала. Здесь серебряные швензы, я их тоже не трогаю. Я добавила по жемчужинке вот сюда к каждому из колечек. То есть получилось у нас вот такой, получился вот такой комплект. Лишними у нас остались вот эти два колечка, вот такие серебряные два колечка. И 4 бусины кошачьего глаза. Еще я планирую здесь к окончанию, вот к этим двум краям цепочек, прикрепить по жемчужинке в качестве декоративных элементов. И можно сказать, что колье будет готово. Итак, я вам покажу уже его на манекене. И последний штрих, как я и обещала, вот здесь у нас на цепочках с обеих сторон я прикрепила для красоты жемчужинки. Ну и в целом еще раз вот украшение. И не будем забывать еще вот про эту серебряную цепочку, которая сюда тоже, в общем, предполагается, должна быть, если Татьяна этого захочет. А из остатков материалов Татьяниных с добавлением дымчатого кварца и жемчуга я решила сделать браслет. Думаю, ну зачем будет лежать материал, когда можно сделать вот браслет. Я сделала вот такой браслетик. И сейчас наконец-то покажу вам на манекене все украшения. На манекене вот как выглядит колье. Здесь все у нас такое живое, не спадающее. Здесь жемчужинки очень-очень освежают это украшение. Вот. Сзади у нас вот здесь бусинки с жемчужинками, вернее, цепочка с жемчужинками. И вот такое колье. Ну и, соответственно, серьги и браслет. Ну, на мой взгляд, материалы сами по себе очень хорошие, кошачий глаз и дымчатый кварц, но цвет требовал внедрения сюда вмешательства еще каких-то перламутровых материалов. Вот этот материалом стал, конечно же, жемчуг.
вот такое украшение. И еще не будем забывать, что у Татьяны есть цепочка серебряная, которую мы тоже сюда можем добавить. И у нас получается украшение уже обогащенное и цепочкой. Вот такое украшение. Всем красоты, здоровья и удачи!